Хорошо. У нас остались 10 вопросов к вашему куратору. У ангелов они называют, кураторы называются друзья. И сейчас мы будем приглашать вашего куратора, вашего друга в нашу комнату диагностики. Я делаю запрос в энергоинформационном пуле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти друга, куратора, Марии. Здесь двое. Двое. Снимаются маски и голограммы. Фантомы предстают согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем кураторов. Они оба мужчины. Один младше, другой старше. Куратор пришел с учеником? Нет, они с разных уровней. Они ее друзья. Отлично. Хорошо. Мы приветствуем ангельские души, ангелов в нашей комнате диагностики с ангельского мира. Мы очень рады вашему присутствию здесь. Меня зовут Влад, это Вера. Мы сегодня проводили чистку Марии, убрали все, что ей мешало. Если вы будете так любезны, представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Старшего зовут Ариэль. Он присматривается за ними учителя, что ли, потому что у Марии и у второго ангела один уровень ангельский. Хорошо. Старшего зовут Ариэль, ангел. Второй? Да, говорить будет младший. И хорошо. Отвечать на вопросы будет младший. Он ее куратор, и он с одного уровня, как я уже сказала, с ней. А имя у него есть? Я с радостью хочу приветствовать всех в этой комнате. Мы благодарны за эту встречу, за эту чистку и за то, что вы принимаете нас. Мое имя Лерий. Лерий. Приветствуем вас, уважаемый Лири, приветствуем вас, уважаемый Ариэль. Как я и сказал, чистка проведена, остались 10 вопросов к куратору, я полагаю, к Лирию. В этом случае будете ли вы так любезны на эти вопросы ответить? С удовольствием, мне приятна встреча в таком виде нашей комнате. Надеюсь, энергия в нашей комнате диагностики вам приятна. Я это только хотел спросить. Благодарю вас. О, да, это прекрасные энергии. Чудесные энергии. Аргони спутать ни с какой другой энергией. Так и есть. Благодарим вас за эти теплые слова. Хорошо, начинаем с первого вопроса. С какой я планеты? Прекрасный вопрос. Ты так же, как и я, с восьмого ангельского уровня. Восьмой ангельский уровень из ангельского мира. Это не планета. Это не планета, это небеса. Так и есть. У ангелов по небесам распределяются уровни. Это я для Марии рассказываю. Благодарю вас, уважаемый Лирий. Можем продолжать? Конечно. С какой целью моя душа пришла на Землю? По-моему, ты и так уже ответила на этот вопрос. Жить, получать радость и дарить радость. Прошлая жизнь была относительно недавно, и в ней ты не смогла насладиться этой радостью и счастьем. Поэтому опыт не был получен до конца. Твое ангельское сердце и светлые энергии внутри тебя требуют развития, гармонизации, балансировки и правильного свечения, я бы это так назвал. Нельзя выплескивать ангельские энергии и нельзя сдерживать их внутри. Нужно правильное, гармонированное отдача. А чтобы этому научиться, нужно быть жизнелюбивой и сгармонизированной внутри, сохраняя в правильном положении ангельские энергии. Ведь столько черноты на планете Земля. Твои энергии могут попасть в неправильное русло. Именно за этим ты здесь научиться понимать себя, гармонизировать и правильно нести свой свет, светить там, где нужно светить. Чуткие, чистые души увидят твой свет и встанут рядом с тобой. Благодарю. Благодарю вас за эти замечательные слова. Идем дальше. Третий вопрос. Как выглядит энергетическое ядро моей души? Ангельские энергии – это чистый, невинный, белый свет. Я бы сказал белый, но он
определенного искрения, свечения. Если ты закроешь глаза, я думаю, ты сможешь увидеть этот свет внутри тебя. Он будет приятным потоком растекать с твоей нижней чакры в верхнюю, проходя по всем энергетическим центрам, а также в любые органы биоробота, то, куда ты посылаешь этот свет и эти ангельские энергии. Ядро — это стержень или это энергии, выходящие из твоих рук, решать тебе. Тебе научиться в твоем биороботе руководить и распространять свои энергии, как я уже сказал. Вы закончили? Да, я ответил. Я благодарю вас. Четвертый вопрос. Какой самый ограничивающий, повторяющийся паттерн моей жизни? Незнание самой себя. На сегодняшний день знание, кто ты, знание своих энергий, знание, что их нужно беречь, охранять и не раздавать. Сейчас, секунду, как бисер с свиньям. Я правильно сказал? Абсолютно верно. Все понятно. Именно этому ты должна научиться. Некоторые люди не заслуживают твоего внимания. И тем более затраты ангельских энергий на реакцию. Совершенно верно. Не нужно закрываться внутри себя. Нужно быть выше ими, выше их насмешек. И даже не насмешек. Сейчас я попробую сформулировать. В какой-то мере это зависть. Но в них сущности. Всегда помни это. Люди, поэтому плюющиеся ядом, имеют сущности внутри себя. Поэтому сохраняй свой стержень и уверенность в себе. Не дари свои энергии, как ты даришь их, огорчаясь на плевки этих сущностей. Не надо огорчаться, нужно понимать, что биоробот не всегда виноват, и его изнутри разжигают интерференты и заставляют выплескивать негатив. Не поддавайся провокациям. Отличные слова. Благодарю вас, уважаемый Лерий. Я продолжаю со следующим вопросом. Мои скрытые таланты, которым мне надо научиться, чтобы я набрала опыта. Прекрасный вопрос. Для человеческого тела и жизни на Земле ты достаточно молодая. Ты пришла в раннем возрасте. Твою осознанность, понимание манифеста и развитие души. Поэтому ты наберешь много опыта, начиная с сегодняшнего дня. Когда это объяснение озвучено, осознанность — это значит внутри себя понимать и осознавать, кто ты, а также внутреннее чувство доброты и правильности действий и решений. Это лестница, по которой идет любая душа. Если действие, реакция или любое другое принятие решений идет согласно твоей душе, тогда ты идешь вверх по осознанности и, оборачиваясь назад, ты видишь, что решение было принято правильно. И если же ты руководствуешься корыстными целями, лестница идет вниз, ты становишься раздраженной, не понимая почему, получая корыстную цель, раздражение растет. Именно потому, что душа начинает болеть и указывает на неправильность поступка. Ведь ты все прекрасно чувствуешь, когда поступаешь правильно, когда правильно говоришь, а когда так же плескаешься ядом, как и другие. Это образное выражение. Любая твоя реакция гармонирует или дисгармонирует с твоей душой. Я надеюсь, я доступно объясняю. Уважаемый Лерий, до этого момента все было абсолютно понятно и развернуто, поэтому у меня никаких вопросов не возникает. Благодарю вас.
Можем продолжать? Прекрасно, продолжайте. Шестой вопрос. Вы краем вначале прошлись по ее прошлой жизни. Здесь такой вопрос. Кем я была в прошлой жизни на Земле и когда это было? О, это были страшные времена. Как я уже сказал, относительно недавно ты погибла в концлагере еще ребенком. Сожгли с остальными. Какой ужас. Душами. Да. Именно так. Поэтому она не смогла никакой радости получить и никакой жизни, никакого опыта в том воплощении. Страх и непонимание захватили душ. Ужас от криков, боли и запаха. Скажите, не надо про это вспоминать. Нужно жить радостно, с наслаждением и идти в правильном пути. Лери, скажите, пожалуйста, это было по ее программе в той жизни? Или это какой-то сбой был программы? Она приходила за этим опытом? Или здесь это... замешано слишком много. Слишком много всего, да? Да, здесь замешано много сил. А также людей, проживающих на Земле. Всегда черное сталкивается с белым, и происходит то, что происходит. Не можешь сказать, что один человек замешан или одна душа. Слишком много слоев вложено в такие события. Темные не спят тоже. Мы каждый день с ними встречаемся, но бояться их не стоит ни в коей мере. Я благодарю вас, уважаемый Лири. По той жизни вы хотите что-то еще добавить? Или больше, ну, в принципе. Нет, я хочу, чтобы осталась радость после нашей встречи. Я понимаю, вы не хотите огорчать плохими воспоминаниями, это все понятно, но это пройденная тема, я не думаю, что она будет испытывать какие-то эмоции. У нее сейчас наверняка другие должны быть интересы и заботы в этой жизни, в которой мы живем, в этом моменте. Я продолжаю с вашего разрешения? Да, пожалуйста. Седьмой вопрос. Что мою душу вдохновляет? Рисование. Музыка, танцы, звуки, арт, искусство. Ты начинаешь вибрировать на уровне танца, музыка или рисунка. И это дает тебе определенные состояния, созидания, определенный поток, внутреннюю гармонию. Вы закончили здесь? Да. Благодарю вас. Вы говорили тоже о гармонии в самом начале наших вопросов. И как достичь гармонии? Вот вам ответ, готовый ответ. Для гармонизации и синхронизации энергии, и для позитивных эмоций, арт, музыка, рисование. Нет ничего лучше. И танцы, конечно. Главное слово здесь – созидание. Созидание. Находясь в этом потоке, ты созидаешь. Хорошие мысли приходят к тебе. Гармонизируются все чакры, все тело работает, создавая что-то. Душа радуется, мозги отдыхают. Можно назвать это какой-то... медитацией. Медитация, только хотел сказать, совершенно в какой-то мере верно. Медитация. Да, вот, отлично. Хорошая подсказка для Марии. Можем идти дальше? Пожалуйста. Восьмой вопрос. Какие мои способности и таланты? Свои способности и таланты ты будешь развивать, живя свою прекрасную жизнь. Или сама их познавать и узнавать. Естественно. Уже сказал про искусство, но я бы хотела еще добавить про развитие. Этот вопрос звучал. Я хочу дать определенную практику визуализации. Посмотри, пожалуйста. Все чакры, их цвета, энергии, которыми ты заполняешься. Сегодня ты заправилась энергиями и получила определенное количество вибраций. Постарайся свизуализировать это. Постарайся увидеть, как потоки наполняют тебя. Постарайся научиться этому сейчас. И новые двери откроются тебе. И я лишь сказал, с чего начать. Благодарю вас. Можем идти дальше? Да. Девятый вопрос. Сколько кармических узлов я прошла и сколько предстоит еще пройти? Один прошла, три впереди. Благодарю вас. И десятый, последний вопрос. Есть ли какая-то информация, которую я пропустила, и куратор хочет мне подсказать? Да, есть. Я бы хотел, чтобы ты научилась связываться со мной.
Я всегда на связи с тобой, но ты не можешь пока различить, кто тебе отвечает, когда и зачем. Поэтому я бы хотела, чтобы ты попробовала прислушаться и задать короткий вопрос, получив ответ, увидеть вокруг себя разные знаки или услышать. А также мои ответы могут приходить именно в момент созидания, рисования, создания дизайна, скульптур или другой работы руками. Находясь в этом потоке, ты можешь легко соединяться телепатически со мной. И помни, телепатия не переносит лжи. Не используй ложь в своей жизни. Это низкие вибрации, и они отрезают тебя от состояния созидания и общения со мной. Это то, что я бы хотел добавить. Уважаемый Лири, если вы позволите, два слова для Марии. Как задавать вопросы? Вопросы должны быть короткие. И в процессе вопроса, задавания вопроса, уже идет ответ от куратора. Это по поводу того, как различать голос куратора от других голосов. Важно голосов здесь... не будет. Будет знание. Ясно знание. Это ясно и знание. Есть телепатия. Хорошо. Но короткие вопросы, несложно подчиненные, состоящие из трех предложений. Короткий вопрос, короткий ответ. Об этом все кураторы говорят, которых мы видели. Видели мы сотни кураторов. Я думаю, ей этот совет в какой-то мере тоже дополнит всю важную информацию, которую вы дали, уважаемый Лерий. Вопросов очень... Я бы не хотела, чтобы здесь получилось. Каша мала. Первое – это визуализация, которой ты должна научиться. Второе – попасть в это состояние созидания через искусство. И третье – попытаться связаться со мной именно телепатически в этом состоянии радости и созидания, в то же время спокойствия, доброты, любви. Здесь нет всплесков эмоций. Здесь ровное состояние потока, в котором находится твой ум, душа и тело. Какое замечательное разъяснение. Очень легко и очень понятно. Благодарю вас, уважаемый куратор Лири. Вопросов больше не осталось. Вы, если вы хотите сейчас активировать ее стержень, но, как я понимаю, стержень уже активирован. Ангельский. Совершенно верно. Тогда остался маленький нюанс. В этой комнате диагностики есть очень добрая традиция. Каждому куратору, каждому учителю, который приходит к нам в комнату диагностики, мы делаем всегда один определенный подарок. И, Верочка, в твоих руках появляются две большие корзинки с самыми вкусными, спелыми, сочными ягодами, которые есть на Земле. Один, два, три. Мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора Ариэля и уважаемого куратора Лирия, будут ли они так любезны принять этот скромный подарок в знак благодарности за их помощь, за их ответы и просто на добрые воспоминания об этой встрече. Это очень приятно получать подарки, радостно, и мы дарим нашу благодать и тепло за эти подарки. Всем находящимся в этой комнате. Мы принимаем с благодарностью вашу благодарность, ваши энергии благодарности. И со своей стороны благодарим вас за то, что вы сегодня сделали. Это большой шаг в таком возрасте. Я хочу заметить, это очень мало людей приходит и становятся осознанными. В этот раз мы смогли стать свидетелями такого чуда. Я этому очень рад искренне. Благодарю. Совершенно верно. Именно поэтому... Нужно правильно идти по пунктам, не смешивать все в один котел, так как не получится правильного результата. Кирпичик за кирпичиком. Благодарю вас, уважаемые кураторы Ариэль и Лири. Мы не прощаемся традиционно. С этой стороны примите нашу искреннюю благодарность, передайте привет от нас с Верой ангельскому миру. Мы будем рады всем кураторам, которые достучатся до своих подопечных. Со своей стороны мы готовы убрать все преграды, мешающие им развиваться и открыть эти двери, в которые они дальше пойдут уже сами. Великолепное напутствие. И я бы хотела добавить еще один момент. Не забывай, что у тебя есть... Белые прекрасные крылья, которыми ты можешь защищать себя и выставлять защиту вокруг себя.
Так и есть. Я думаю, Мария будет счастлива от этой информации, которую она сегодня получила. Хорошо, уважаемый. Тоже можно использовать визуализацию и поиграть крылышками, поднять их вверх, распушить, расправить, увидеть перья. Это будет прекрасная работа по визуализации. Прекрасная практика. Это вот а теперь я благодарю всех за эту встречу. И, как я уже сказал, прекрасное напутствие и эти великолепные подарки. И мы благодарим вас. Не прощаемся. До скорых встреч, уважаемые кураторы. Всего вам наилучшего. До скорых встреч. И рассинхронизируйся, Верочка. От ангелов такие энергии идут всегда. Приятные. Мария, мы закончили встречу с вашими кураторами. Оба пришли. Как вы оцениваете? Вы получили ответы на все друзья, свои... Друзья, они мои друзья. А, это ваши Я друзья. Благодарю вас за эти ответы. Во благо. Это великолепно. Я чувствую их энергии вокруг себя даже сейчас. Это счастье. Я чувствую счастье. Отлично. Развивайтесь. Они будут очень рады вашему развитию. Инструкцию вы получили. Все лежит в ваших руках. Сущности больше нет. Никто вам не мешает. К ваши крылья вас защищает. Когда вы хотите защититься, кстати, вы просто складываете крылья перед собой и становитесь в таком закрытом куполе из этих крыльев, и ничто не сможет вас пробить. Это для того, чтобы вы знали, когда вам неприятная ситуация, просто закройте крылья, и ничего не пробьет. Благодарю. Хорошо, Мария. Будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа для того, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Марии в ее систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта.